Хей, окей, с вами Шумки, мы продолжаем проводить игру под названием Гата-Робота. Или робота. Короче, я так посмотрел, у нас с вами уже прогресс 75% выполненной игры всей. Выиграно. Выполнено. И что у нас выходит? Где мы находимся? Я не понимаю, как наверх мне туда попасть. Мы можем... Двойного прыжка и ничего такого у меня, в принципе, сейчас нету. Враги там не наблюдаются. Можно, знаете, куда сходить? К этому. Как его называть там, бля, не помню. Да, я там не долетаю просто. Где тот мужичок был, который... О, стопэ, а тут что у нас? А, точно. Вам плевать. Йоу-йоу! Апчи! Мя! Ну давай посмотрим, что нам киса принесла. Ого, 12 картриджей, хорошая котенка. Должно хватить. Найдено автобластер модуль. Удерживай X, чтобы высвободить свою мощь. Мя! Апчи! Так, вообще я могу еще кое-что сделать. Так, немного потише сделаем. Приходи, если ты отыщешь все 14 картриджей. Удачи. О, ребят, все, все, наконец-то, мне не нужно это. Вручную клад, мне просто нужно где-то удерживать, и все, это изи. Изи комплекс, 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 рипи. Все, это жопа, это просто... Эй, ком, знаешь что? Секунду. Запуск угадывательного алгоритма. Что? Именно. Текущий прогресс обновлен. Все проблемы устранены. Ура, наконец-то мы можем... Так, попасть в лабораторию. Видите пароль. Серьезно? Мря. Мря? Мря? Окей. Так, ладно, Китти, давай успокаивайся. Космодесантники всегда должны быть готовы к такой ситуации. Сейчас у нас же есть дешифратор. Дешифратор. А дешифровка пошла. Эй, кто здесь? Мя. Господи, что это? А ну не подходи к... Я кому сказал, я сейчас... Нет, не надо. Введите пароль. Что ж, кошка, похоже, придется тебе идти за дешифратором. Раз уж связь с хозяином оборвалась. Бля, подождите, то есть его захватили. Ну погнали тогда на... Подожди, а где он? Опа, вот оттуда вот мне нужно. Блин, а я не помню, где корабль. Пойди наверху, да? Музыка всегда такая была? Ой, нужно что об этом. Точно! Дев! А что если мне там поможет мой дев? Найдем дешифратор. Мяу. Мя? Бортовой журнал запись 72. С момента нашего аварийного приземления на поверхность этот богом забытой планеты прошло уже несколько часов. Падение вызвало то, что Кики, моя котейка, походила по консоль во время захода на посадку. Может, мне стоило ее наругать, но без нее мне было бы так одиноко на этом задании. И она оказалась прекрасным солдатом. Я горжусь ей и горжусь тем, что смог послужить матери Земле 2. Я думаю об этом, чтобы не замечать, как меня медленно покидает жизнь. Я думаю о том, что даже если я умру здесь, задание все равно будет выполнено. Я горжусь тобой, Кики. С Богом, кисенька. Конец связи. Мяв. Блять, у меня уже слезки идут. Нахуй надо, так знать это. Не-не. Я не хочу, чтобы Кики без хозяина остался.
Это плохо, плохо. А, у нас есть дешифратор. Я знаю теперь, как туда попасть, блять. Я же не знаю, что там дефом нужно еще. Я вообще про него забываю всегда. Да что, он на такую неудобную клавишу стоит. Ну, на самом деле, хорошо то, что мне теперь не нужно... зажимать кнопку. Это самое главное. Ах ты ж, ё-мо. Ладно. Опять, типа, я долетел, но не долетел. Ладно, давайте я еще раньше сделаю это. Почему он не долетает? Давайте, ладно, я еще раньше сделаю это. Он не хочет долетать, он просто ни в какую не долетает. Окей. Видите? Даже деф не помогает, смысл? Смысл, блядь. Чё за хрень? Я понимаю, что там еще одна кассетка, которая мне нужна. Только я не знаю, что мне улучшить. Скорее всего, вентилятор. Что позволит мне... Окей, все. Введите пароль. Мяф. Мяф. Именно. Пароль мяф. Мяф. Открывайся, Сезам. Удачи там. Она тебе понадобится. Мяф. Ну, поехали. Бля, я не знаю, на самом деле... Я думаю, мы за эту серию... можем даже допройти игру. Добро пожаловать, вы выходите в инкубационную секцию. Мы надеемся, что представленные биомы вам понравятся. Выйдите так. Удивительные... Просим не тревожить животных. Пожалуйста, обратите внимание на гидроглобулярные колбы. Так, убедительное. Просим не стучать по стеклам. По стеклу. Наша лаборатория не несет ответственности за вред, причиненный вашему здоровью. Мяф, добро пожаловать. Давайте сюда. Мя. Запись в журнале охраны 2309. Это Джимбо, у нас тут нарушение протокола. Так. Докторишка себя вел более подозрительно, будто так. Крысил что-то. Я решил провести небольшое расследование. Он будет... так. Он будто крышей тронулся. Постоянно бормочет что-то. Постоянно какие-то непонятные внепланетные эксперименты. Программа уже все бюджеты превысила. И все дело... так. Дедлайны провалил. Одна птичка из его ближайшего окружения начирикала, что он все так средства и фонды сливает на лекарства и жизнеобеспечение своей шавки. Той самой, над которой биолог поэкспериментировали. Сейчас пойду отключу псину от всех аппаратов. Арестовать доктора. Я арестую доктора. Мне точно сюда. Окей, давайте тогда в ту сначала сторону. Скорее всего, там сохранка будет. А, это походу финальный босс, но тут закрыто. Блин, мне кассетки нужны. То ни было, мне нужны кассеты.
Хотя я могу. А, не, им все равно. У них все равно хп много. Секретки здесь нету. Походу нету. Да, легко было бы туда пойти. Так, куда-то я иду все-таки далеко, да? О, сохранка. Не, ладно, погнали обратно. У меня хотя бы эта штука ваншотит уже всех. Мне это радует. Так, перегрев пускай берется. Походу здесь будет еще один босс. Да. Что я бегать начинаю тут, туда-сюда. Окей. Плевать, я сейчас все равно сохранюсь. Отлично. Ох ты ж, ё-моё. Все-таки зацепился. Готово. Первая есть. Так я достаю ее или нет? Так. О, он даже подшевелиться не может. Хорошо, да, что я сразу это прокачал пушку, вернулся все-таки к нему. К доктору этому. Блин, там воздушные эти клапанки. О, так на тебе это тоже работает. Хорошо.
Да-да-да-да-да. Отлично. Так, стоять, оп. Чё за дерьмо? Я ж костюм тут оставил. Чё за дерьмо? Я костюм оставил. А, и теперь без своего морского остался. Я вас понял. Тогда все хорошо. Я подумал, я уже все. Хана, костюм, минус костюм. Кажется, нет. Давай, давай. Пойдем поверху, я не знаю. Хотя мне костюм нужно вести. Вести, поэтому да. Хорошо, что даже на переход на другую эту, типа сторону локации, не остается как оно есть. Так, хорошо. Готово. И типа здесь. А, нет, здесь не все равно, в какую сторону кручу. Мне их нужно убить. Ай. Блядь. Фу. Так, а куда мне стоит идти? Давайте там наверх пойдем. Сюда, что здесь? Ух ты, что новенькое. Ладно, сохранимся и пойдем туда лучше. Окей. Давайте это пока оставим. Я на самом деле просто не понимаю, куда мне нужно, а куда нет. Походу наверх это там, где босс был. А ну пойдем здесь. Типа у нас все равно сохранка есть. Ах, так даже. Блять, ладно. Та елки-палки. Понял. Я тебя понял. Внимание, так, обращение к негуманоидному посетителю. Лаборатория. Кошка. Я. Если ты спустишься вниз, ты уже не сможешь вернуться. И не могу гарантировать твою безопасность. Я намекаю на то, что эта точка невозврата. Если бы
тобой управлял человек, который хотел бы так удовлетворить свою тягу к перфекционизму, вернуться назад и пособирать разнообразные малозначные артефакты. Сейчас было бы самое время сделать это. Мя. Может, оно и так. Мне будет не хватать этих мяуков. Просто так. Просим вас соблюдать особую осторожность. Мя. А, значит, это все, это будет конечное. Окей. Буду знать. Значит, возвращаемся. Значит, возвращаемся. Так, а у меня тогда такие вопросы, как мне попасть туда, куда мне надо? Может, это тяжко. Потому что это тяжко. Я ее сломал. Окей. Бля. Окей. Лифта назад. Стоп. И все, то есть вот так все. Значит, мне тут котейкой нужно. Котейкой. Все отлично. Значит, мы возвращаемся и сохраняемся там неподалеку, потому что я сейчас не думал то, что я могу туда там как-то залезть. Так, а тут сохранки нету, да? Бля, ладно. Потому что жалко, что котейка будет вздыхать. Мне придется всю эту зону проходить. Давайте тогда я лучше вниз тогда спущусь. Ладно. Так, сойдет. Типа, я не знаю, где просто мне самым ближе будет. Самым ближе будет мне тут пробегать.
Пускай лучше будет 12 хп, чем 9, да? Окей. Знаете, как мы сейчас сделаем? Мудром. Вот так. Стой. А-а-а. Твари, они продумали. Хотя, кто там что продумал? Блять, или продумали? Не, не продумали. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А. Не понял. Окей. Или продумали. Наверное, продумали все-таки. Ну, хорошо, здесь хотя бы врагов нету. Я могу просто пробежаться. Ауч. А мне никто не мог сказать раньше? Класс. Охренеть. А, все, я отключил. Фух, я думаю, это с концами. Это не с концами. Значит, это хорошо. Сейчас мы сохранимся и пойдем туда, куда мне нужно уже. А, нет, подождите, мы, скорее всего, в этот еще пройдем. Там, где этот, как он называется? Второй проход, да, не вниз. Где кнопка? Сука, я забыл покрутить. Пац, пац, пац. А, тут сейф? Стой, а если без возврата, а как мне вернуться потом наверх? Я туда попасть не могу, как бы. Ладно, погнали на финиш. Мя? Окей, окей. А, наебай, какие люди заразы. Зараза, сложно. Ай-яй. Пипец. Да ёлки-палки. 6 хп. А, меня отхилили, все, отлично. В лабораторию я попал. Да ладно. Я не думал. Я думал, тут типа все будет финальный босс, а оказывается, нихера. Ладно, плевать.
Окей, они летающие какие-то твари. Ловушки. Готово. Зараза. Окей, второй вид новых врагов. Ладно, ну мне хотя бы хп восстанавливают. Айч. Ауч, ауч, ауч. Еще один новый враг. Ладно, что ты хотя бы делаешь? А, ясно. Рукабут. Окей. Добро. Я не хочу сильно так спешить, поэтому... мне надо. Так, ладно. У меня немножко нету хп, поэтому не беда. Оп. Да, здесь роботы уже пошли такие, более мощные. Готов. Ох ты, зараза! Да, я чисто топлю, не даю ему двигаться. Блин, а где-то две кассеты. Ну, я понимаю, что... А, я не могу, да, между ними переключать. Одна была там, куда не мог забраться. Даже прыжком и дефом. А другая это там, где... Он хочет пересадить свой мозг в человека? Вот так-то. Это же моя не... Так. Немезида из рока кошачьих. Мя? Не задирай нос, ты угодила в мою ловушку. Неужели ты так и не поняла? Все эти испытания, все эти битвы, весь этот сон... Так. Препятствий. Все это было экспериментом, призванным выяснить, подойдешь ли ты на роль сосуда. И твое тело должно признать очень сильное, очень крепкое. Ты идеально под... Подходишь для того, чтобы вместить создание бедного тявки.
Явка. Мне излечим болен. Видишь ли, давно ему уже дал так болен. Я поддерживаю в нем подобие жизни. Помести в гидроглобукулярную колбу. Но однажды искра его жизни угаснет. Однажды он умрет. Он умрет! Поэтому я прошерстил армейскую базу данных и нашел вас с Гэри. Идеальные донорские тела для нас с тявкой. Хорошо, так смеется тот, кто смеется последний, а? Теперь у меня будет тело солдата и мозг убийцы. Я ведь так стольких убил. О, как же я был счастлив, когда узнал, что Гэри будет патрулировать этот сектор. Я так починил между электрический передатчик. Отправил СОС. И вы, несчастье, идиоты, попались прямо ко мне в лапы. Мяу. Это не... Так. Так, это неандерталец даже из корабля выбраться не сумел. Хорошо еще, что не покалечился в процессе. Узри же, как я переношу свой разум в тело Гэри. Узри, как я отвергаю свое нынешнее тело. А потом я поменяю местами вас тявкой. Все еще пожалеешь, что смеялся надо мной. Я им покажу, кто здесь крыса. Мя, возможно, ты хочешь спросить, зачем мне все это? Но я уже сам не помню. Бля, серьезно? Я не хочу его убивать. Ух ты ж, ё-моё. Да тут хер попадешь. На самом-то деле. Ай. Я понял. Ну здесь я уже не достану. Ой, босс. Да-да-да-да. Не, на самом деле здесь можно и без получения урона. Блять. Я так тупо затупил сейчас. Ой, в смысле? Нахера я обратно иду. Заново, да. А не, сразу.
Так, окей. Да, блин, дай мне... Вылезти, тварь. Я не достаю его даже. Ай. Надеюсь, он живой. Ладно. Не беда. Вы что думаете, я такой тупой не смогу сохраниться с помощью котейки сходить? Что ж, Кики. Мя. Видишь эту колбу там наверху? Мне ты и устанешь... Так, уснешь навсегда. Ты же устала, наверное? Мяу. Неужели ты думаешь, что победишь меня? Ха, мне не нужен робот. Ведь у меня есть мощное тело и противостоящие большие пальцы. Если легко... Так. Сокрушу тебе и так. Поздоровайся с моим новейшим изобретением. Мультипушкой. Мя? И заодно сразу попрошу... Так, попрощайся с жизнью. Да, блядь. Я просто путаюсь. Я почти грохнул его. Все? В смысле? А, он мне просто костюм снес. Тебе конец, кошка? Сдавайся. Сдавайся, пока твое тело не получило критическое повреждение. Тревога. Ситуация требует вмешательства. Ситуация не требует вмешательства, я больше чем ее контролирую. Для открытия гидроглобулярной колбы требуется пароль. Хватит, мне нужна твоя помощь. Компьютер. Неверный пароль. Введите пароль. А, верный пароль. Гидроглобулярная колба... Так, колба открыта. Зачем ты ее открыл? Тявка? Не ходи, ты... Ты очень нездоров, тебе нельзя. Что ты делаешь, тявка? Ты меня не узнал? Это же я. Это я, Отто, твой друг. Твой хозяин.
Ну, костюм же уже все. Ну да, ну погнали тогда. Миссия выполнена. Прохождение 84%, понимаете? То есть, а то, что я не нашел те две кассеты, то, что мне не улучшили из-за них, как-то так. Подожди, я немножко не понял происходящего. То есть, это собака ученого, да, все сделала, ну, типа, выбралась? Или даже наш напарник? Или мозг напарника остался мыши? Что-то, знаете, здесь остается все равно недосказанным. А, да. Все. Ха. Ну, мышь, это ж его капитан, поэтому все окей. Ну, что сказать об игре? В принципе, мне понравилось, знаешь, пускай это и довольно пиксельная игра, да, тут есть свои ништяки спрятаны, те же секретные картриджи, что позволит, во-первых, нам улучшить своего протагониста. Второе, это то, что они дают эффект, это фильтры. Ну, понятно, что фильтров довольно много, их можно сделать довольно легко и просто. Дальше. Есть, кажется, пасхалки были. Сизама, скройся. Ну, как высказывание. И там еще какая-то была пасхалка к чему-то, я не помню точно. Но не суть. А здесь есть прокачка, то есть вот эти квадратики с ХП есть, секретные места, куда нужно лазить, ну это понятное дело. А, прикольный сюжет за котейку, даже немного было трогательно, когда нашего похитителя, что он оставил запись, то что я тебя люблю, котейка, я знаю, что ты выполнишь задание, все такое, бла-бла-бла. Финал, конечно, типа, босс, считайте, можно даже сказать, две фазы, да, у него было. Потом неожиданный был конец, то что, ну, понятное дело, что мышь, он превратился в мышь, ну, я не думал, что он успел выбраться, так как мышь была в колбе. А собака, которая была при смерти, все-таки помогла нам, потому что она поняла, что хозяин начал уже идти головой. И поэтому как-то так, ну, что сказать, как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, да, можно отметить еще боссов. Есть такой юморок, взять ту же печь с усами. Поэтому всем спасибо и всем пока.